Все, что касается позвоночника, здесь тоже хорошая позиция для регулировки, для работы с младенцами. Вот здесь весь позвоночник, он у нас под рукой. И самый основной параметр, который прежде всего нужно регулировать, это флексоэкстензия. Вот. И вот нам как раз эта позиция позволяет это делать максимально эффективно, удобно. Вот, смотрим здесь. Если где-то находим фиксацию, точки фиксации, соответственно, можно double leg leverage, либо использовать двойной рычаг. Вот. В данном случае recoil здесь, допустим, тоже подойдет. И самая последняя, вот основная позиция. Самая, не самая, ну, в общем, значит, вытяжка. То есть младенцем поддерживаем голову подбородком, для того, чтобы шея, потому что слабенькая еще, они сами могут не держать. И немножко здесь флекшн, экстеншн, все это под тракцией получается, вытяжка. Одну сторону, другую сторону. Вот. И то, что я называю такая поза председателя, когда руки сюда, опять-таки, здесь мы воздействуем на солнечное сплетение, на спланшник нервс, которые являются симпатическими. Вот. Таким образом мы делаем ингибицию. Вот. И, в принципе, детишки любят это положение, то есть они не расслабляются. Ну, вот так можно помочь с котиками.